Привет, друзья, подписчики мои! Сегодняшняя рубрика называется «Мне бесплатно, вам приятно». И в этой рубрике, друзья мои, мы будем с вами собирать сборки Такара Томми. Дело в том, что Такара Томми иногда щедрится и дает бумажки. И помните, я бомбил на эту бумажку, что она перестала быть крутой. Но дело в том, что она теперь из бумаги и разлагается очень быстро. Все за природу, я тоже за природу, это хорошо. Хотя арены пластиковые, типа, это странно. Короче, представляешь, бумажные были бы арены. Ух, какая... То есть они как бы говорят... На самом деле, я вам расскажу, Такара Томми, конечно, хитрецы. Этот пластик, это ABS пластик. Он будет гнить лет миллион. Такая же самая история, как с Лего. То есть Лего говорят, мы за экологию, у нас крутые пакетики, дешевые коробки и так далее, которые быстро разлагаются. Но Лего и волчки будут гнить миллион лет. Поверьте мне. У них даже нет, они будут бесконечно просто гнить. А, может быть, посыл в том, что, мол, Лего и Бейблейды не выбрасывают, а бумаги и картон выбрасывать. Поэтому мы да. Но я считаю, что это немножко, ну, не лицемерие, но как-то типа странно, знаешь. Вот это у вас гниет быстро, а это вот так из самого лучшего в мире пластика. Потому что пластик тут реально офигительный. Короче, я заболтался. Такара Томми с новыми волчками нам презентуются потрясающие сборки. Давайте их посмотрим этот раз. У нас используется верхушка Brave Valkyrie и диск от Brave Valkyrie, драйвер от Край Сатана и верхушка вправо от этого, от Спригана. Затем вторая сборка странноватая, типа либо лево-право, верхушка Спригана и диск от Фафнира и драйвер от Морбиус. И финальная сборка, у нас верхушка Лангинус, левую сторону верхушка вот эта вот, блин, короче, диск тоже от Спригана, а драйвер от, ну, видимо, Фафнира, хотя, ребята, может быть, от Фафнира что за драйвер, напиши, пожалуйста, в комментариях. И видишь, в чем проблема, мы не сможем их собрать всех вместе, к сожалению, в смысле, три одновременно собрать не сможем, придется нам выбирать. Блин. Ну, ладно, давайте начнем. Зато мы сможем против Арктавора протестировать. Давай начнем с первой сборки, тогда ее я сейчас соберу вам для кадра. А дальше как пойдет. Разбираем Валькирию, берем... Вот опять, зачем мне брать чип? Почему? Ну, типа, чтобы сборка была интересная. Я понимаю все это дело. Где World? Не, World я прям люблю этот волчок. Это прям шикарная вещь. Так, нам нужна вот так вот поставим. Ребят, как вам? Напишите в комментариях. Норм. И странно, и при этом диск от Спригана мы берем. От Валькирии. Хотя, кстати, слушай, ты знаешь... Слушай, а смотрится, кстати, интересно и здорово. Прям классно смотрится, мне нравится. И драйвер у нас абсолютно безумный от вот него. Вот. Это очень-очень грустно. Ага, от него. И как... Я вот таким образом, смотри, собираю. Вот сюда давлю и собираю. О, хитро, это картами, спасибо большое. Слушай, ну вот тут интересная сборка. Давайте мы сейчас ее протестируем. Итак, друзья, у нас первый раунд. Первый раунд против, естественно, Арктавора. Я всех тестирую с Арктавором, друзья, потому что Арктавор, я считаю, это лучший Beyblade in the universe. Поехали, чё? Ха, мне бесплатно, вам приятно. Это я молодец, да? Вот, это я красавчик. Я не знаю, World Valkyrie или Brave Spriggan. Наверное, World Valkyrie. World War, WW. Слушай, держится хорошо. Держится отлично. Драйвер от Кер Сатана. Надеюсь, не подведет нас сегодня. Слушайте. Мне показалось, или он выиграл? Ладно, давай попробуем протестировать на атаку с этим, с ним. Вот с этим волчком. Удар держит. Был отличный сейчас запуск. И до сих пор волчки бьются. Обалдеть. Побеждает World. World, World. Спригган, короче. Хорошо, третий. Давай сборку сразим против Темпеста Драгона. Следующая сборка. Нам потребуется Мираж Фафнир. Морбиус. Слушай, ребята, Такара, вот эта сборка... Респект. Я прям за эту сборку ставлю явный лайк. Это круто, вы молодцы. Что мы берем еще? Мы берем верхушку от Спригана. Берем как-то.
А, тут мы ничего не меняем, возвращаем все обратно, это странно. Да, тут это странно, конечно, не пойму, в чем прикол. Могли бы взять, ну, типа, вам же все равно, что нарисовать в буклете, могли бы взять просто, ну, другого там, не знаю, любого. Ну, не как любого, Супер Хайпери, например. Вот, да, попробуем. Нет, мы сейчас сделаем, как Такаратоми нам предписывает, но просто мне вот ради интереса посмотри, как будет смотреть Супер Хайперион. Мне просто интересно. Слушай, да шикарно. Почему нельзя было вот так сделать? Слушай, странно, как Такаратоми. Ну ладно, фиг с ним. Это их решение, их право. Это знаешь, про что говорит? Что я был прав, что менять аватар — это полное фуфло. Ладно, попробуем. Ну, в смысле, в Спригане, да, конечно, там лево-право, тут чуть-чуть как бы есть разница. Итак. Мы дальше берем Фафнира. Диск. Фафнира берем диск. Вставляем как-то вот так странно. И Морбиус. Мобиус, я знаю, но просто я прикалываюсь. Давай попробуем. Давайте. Все, разобрал я. Мы сейчас не будем это переигрывать. Мы это уберем. Этот хлам рактоворский. И, ребят, как рактовора усилить? Напишите в комментариях, чем, кем. А и сразим с Темпестом. Они, знаешь что? Они, наверное, поняли, что рактовора — это имба. То же самое, что было с Феникс, с Геркулесом. Они просто его скипнули, убрали вообще отовсюду, короче, из мультика. Вот, ну не будем его пускать Геркулесу, он и так имбовый. А Фениксу они сделали убогое слетающее кольцо, поняв, что это имба. Смотри, Рактавора просто услабили. Слушай, проигрывает Темпесту, получается сборка не самая великолепная. Ну и с кем еще сразить-то, в принципе? О, давай с Лонгинусом, пока у меня есть такая возможность. Потому что дальше нам потребуется чип от Лонгинуса. Ничего сейчас не понял, выбивание, добивание, кто кого, что-то я запутался. И остается что? Последняя сборка у нас. Нам нужна левосторонняя сторона. Им же нужно показать все свои фишки. Что типа вот, мы еще можем и влево, и вправо, и так далее. Давайте разберем. Вот сюда, сюда. Так, Каратоми, чем я занимаюсь? Мне взрослый человек, я. Так, диск от Спригана. Ну, вот как-то они не стали креативить. Где Сприган-то диск? Ага. А тут, кстати, может, по-японски, но тут не особо написано, в какую сторону. Я буду в обычном режиме, в таком классическом тестировать. Ну, я так думаю, что он классический. И Фафнир драйвер, но может и не он. Тут непонятно нарисовано. А, это Каратоми, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, инструкцию по наклейке наклеек с нормальными принтами, а то это неудобно. Ничего не понимаю, что там происходит. Темпус Драгон, первый бой. Пока соберу Рактавора за кадром. Не знаю, ребята, пожалуйста, в комментариях напишите, что вы думаете касаемо этого вопроса, потому что я, ну, я не то что недоволен, но просто как-то, что вообще произошло, что такое случилось, я немножко не понял. Ха, Темпес победил. Ладно, получается, из всех сборок только первая топов. Был какой-то у меня был ролик со сборками, там было все три топовые или две топовые. Но здесь, наверное, самая первая. То есть я к тому, что самая первая — это у нас Валькирия, диск от нее и драйвер от, ну, мое удивление, от этого. Кёр Сатана. Итак, что мы имеем в сухом остатке, друзья мои? Что вторые две сборки, да, вы можете их собрать, так Артоми нам как бы говорит, вот смотри, собирай. Но, к сожалению, они слабенькие. Вот, первая сборка, давай еще раз я ее покажу, чтобы уже мы, так сказать, закрепили информацию, чтобы вам было понятно и мне ролик подрастянуть. Так, давайте мы поставим, как нам надо. Смотри, берем верхушку лорда. Аватар Вольтриека, естественно, конечно, да, обязательно. Диск от Вольтрика. Вот сюда.
Класс. Только я не знаю, подожди, а как, вот так или вот так? Тут интересно. Тут не написано. А, ну вот так, да. И что, и что, и что? И красота. О, вот так. Друзья мои, это сборка сегодня номер один. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.